Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. В общем, наблюдаю вот такой вот некачественный газоблок. Он вообще сыпется, все крошится. Это кошмар. У меня, по-моему, 2 года лежал кусок в воде специально. Я смотрел на него, наблюдал. Пропитывается он там или не пропитывается, расколол, а в середине абсолютно сухой. То есть так, как и говорилось в инструкции и все такое. А здесь вот такое непонятно что. Он, значит, темно-розового цвета. Такой, как бывает гипс. Гипс такого цвета бывает, розоватого. Нехорошего, нездорового. В данном случае это газоблок. Может, его из гипса делать. Он уже сыпется просто, вот видите. Это я обратил внимание, утром шел, вот этот кусок еще был целый, вместе был. А теперь уже вот откололся. То есть кто-то тут или прошелся, или проехался. Думаю, ну не может быть. Вот, оказывается, может. Вот свежий скол и стирается уже. Так что качество газоблока не зависит от того, что говорят. Надо еще его и проверять. Производители партии. Видно, что вот под ручку место было. То есть вот так вот. Это верх. Подписывайтесь на канал, проверяйте качество газоблока. Пока.